Universal Home Entertainment Productions представляет. Земля до начала времен. Часть девятая. Путешествие к большой воде. В доисторических морях обитало множество необычных созданий. Как маленьких, так и очень-очень больших. Миллионы лет назад эти создания плавали в водах океанов, которые покрывали в те времена большую часть нашей планеты. Океаны были загадочными, таинственными и очень опасными. Но и на суше жить было непросто. Животным угрожала опасность не только со стороны хищников, но и от бесконечных капризов погоды и природных бедствий. Но даже во времена страшных ливней и природных катастроф было место, где динозавры всегда находили приют и покой. Великая долина. К сожалению, неприятности с погодой пришли и сюда. Дедушка. Не знаю, крошки-ножки. Мы с бабушкой не припомним столько небесных дней. Я тоже. Тем более по всей долине. А что, если это не прекратится? Так не бывает, малыш. Все когда-нибудь кончается. Хотя я тоже начинаю сомневаться. Смотрите. Ух ты! Цветной